Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть Yarn Today Rogue. Так, ну что, нам нужно, ребята... сколько нам нужно до следующего уровня звезд? Это сколько получается? 16. 16 звезд. Блин, много, много. Но, тем не менее, пока мы будем с тобой набивать звезды, мы еще при этом получим доллары, которые мне нужны. Кстати, мне надо... А что мне надо? Да только свет в оконце мне нужен. Так, мне надо прокачивать. Хочу, ребят, себе пушку. Угу. Мне нужна еще одна, вторая зеленая. Даже третья. И тогда мы сможем с тобой сделать редкий шмот. Также я коплю доллары, 2700, как ты помнишь, я уже говорил для чего. Чтобы приобрести хотя бы какую-нибудь эпическую шмотку. Ну что, погнали, возьмем с тобой легкий, самый-самый легкий уровень. А это у нас вот этот. Выбираем его и погнали. Сразу получим с тобой задания ежедневные. Попробуем их выполнить. Может быть, прокачаемся немножко, и все-таки получится у нас затащить уровень новый. О, уже, ребята, уже хорошо. Выпала одна деталь. Так, я, наверное, возьму токсические отходы. Ну куда? Куда шпана разошлась? Ой. Кстати, подожди, я задание-то не посмотрел. У меня там пройти 8 комнат, нанести крит урон и убей 50 врагов с установленным... Блин. С установленной ржавой броней. Ладно, после этого обязательно сделаем. Обязательно сделаем ржавую броню. Поставим, точнее, ее на себя и затащим. Все равно нам надо будет... Опа, опа, опа. Эхо-магазин. Да тут не обязательно, в принципе, даже вот это брать. Потому что слишком простенький для нас этот уровень. Ну, все, отдыхайте. Я побежал дальше. Готовенько. Ну, давай возьмем кинетический мусор. Я обожаю эти уровни, потому что тут вообще, ребят, все на изи. А если сравнивать тот уровень, который мы вчера бомбили, вот, конечно, был трешняк полный. Это независимо, ребят, что мы хотели с тобой жару пройти, что вообще просто левел взять на новый этап. Ничего. О, еще грибы. Это нам не надо. Это нам не надо. Давай возьмем баскетбол, так уж и быть. Слушай, нам нужно крит урон, да, нанести там. Причем крит урона надо много. Ну, давай возьмем еще один отскок. То есть картошку возьмем. Перелится в карман. Так, что-то я не уничтожил? Да нет, вроде бы все бомбанул. А мне нужно, чтобы хпшек у меня было хотя бы, ребята, 2000. Ну, согласись, что это практически невозможно сделать. Даже если мы с тобой возьмем все вот эти вот, как они называются, токены, все 4 штуки, да, и прокачаем с тобой хп. Ну, сколько там прибавка дает? Да не очень много, если честно. Не очень много. Но все равно не хватит.
Давай аккумулятор возьмем. Так, баксы, баксы это, ребят, хорошо. В моем случае сейчас доллары здесь нужны, потому что нужно будет прокачивать и шмотки, и оружие. Да завали ты свое гнилое рыло, а? В конце-то концов. Тут как бы бегаешь, ничего критичного, ребят, нету, понимаешь? А вот когда ты на высоких уровнях, любой типок, который до тебя докасается, все, начинается у тебя, короче, подгорать одно место. Ты начинаешь гореть, плюс урон, плюс еще тебя отталкивают друг от друга. То есть ты, если два зомби будут спереди и сзади, ты будешь между ними мотыляться, пока оттуда не выпрыгнешь. А если ты не выпрыгнешь, то тебя просто раскромсают. Вот. Такова здесь, ребята, история. Тихо. Такс. Ну что, мы комнаты прошли. Вот единственное, что критический урон, да, пока еще у нас не выполнен. Ну, все. Давай возьмем наземные лазеры. Ну что, жиробас? Пришел. Сдулся. Бамс. В сметку. Ну, допустим. Допустим, мы с тобой задание одно выполнили, да? Так, у нас еще это идет. Так, 18 комнат, не используя прыжков. Так, нам нужно установить ржавую броню. Ржавая броня это золотая. Ржавая это самая обычная получается, да? А она у меня есть? А у меня ржавой брони нету. А, во, вот, ребятушки. Вот она. Устанавливаем ржавую броню. Естественно, я ее качать не буду. Но мне придется тогда опять эти уровни. А, подожди, 18 комнат. За один забег или... Что-то не посмотрел. В общем, короче, мне нельзя использовать прыжки. А мне как раз дают реактивный ранец. Молодцы. Давай возьмем баскетбол, уж так и быть. Все. Так, ну давай двойной магазин. Двойной магазин. Бензинчик. Чтобы нам тут много и долго не прыгать. Баскетбол. Так, это пятая комната. Но это не в счет. Потому что здесь мы с тобой прыгаем. Вопрос в том, а как мне он того? Подбил? По-моему, да. Ну, я могу здесь спокойненько, ребят, стоять, поэтому... Как бы особо много урона я вообще не получаю здесь, если честно. Давай, горят дольше. Хорош. Так, это девятая комната. Давай реактивный ранец. Хотя лучше бы, наверное, надо было наземные лазеры взять. Дали бы мне эпическую пушку, а? Вот это было бы круто. На самом деле. Блин, нужно оружие. Нормальное, мощное оружие, с которым бы я мог наносить офигенный дамаг. Потому что редкость это редкость.
Все. Опять стали детали мало давать. Ты заметил? Убей 50 врагов. Так, ага, 50 врагов уничтожили. Отскакивают от врагов, отскакивают от стен. Давай, наверное, от врагов. Только зашел, и все, и закончилось. Шанс крит. Что-то вообще моментально проходим. Все? Так, ну-ка возьмем. Один. Так, это наземный лазер, да? Прокачали. Они ничего не успели сделать вообще. У нас отражение этих пуль идет. Что от стен, что от зомби. Ага. Все. Можно прыгать. Подожди, а что у нас еще за задание осталось? Сколько? 82 тысячи нужно урона критического нанести. Ну это... Блин, дофига, ребят. Это дофигище. Просто стоя на месте, запустил снаряды и все, ребят. Они уже там сами делают, что хотят. Так, враги горят дольше. Да по мне, пускай они вообще сгорят все в аду. Это было бы самое наилучшее, что можно было бы пожелать на зомби-апокалипсисе, да? Баксы дают, а от запчастей дают мало. Ну вот, ботинки выпали. Опять же, одна деталь всего на ботинке. Так, две комнаты осталось. Босяцкий будет. Ну, давай жидкий азот. Хотя можно было бы и еще одну пулю взять. Лишней бы она бы не была, это точно. Давай, давай, раздутый босс, хорош там. Выделываться что-то еще. Свои сопли распускает здесь везде. Бамс. Но тем не менее. Ну вон, видишь, смотри, сколько деталей. Два, одна штука. Не солидно, не шиша. Такс, ну что, берем тогда. Так, ну что, ребята, вот у нас задание. Подожги 100 врагов с помощью бензина или спичек. Так, урон и 18 комнат за один забег. За один забег. И хи-хи-хи, как возьмем? Ну, давай возьмем заросшие канализации. Пробежимся здесь. Так уж и быть. Блин! Хотя, подожди, у нас... Мы же броню можем поменять на свою родную. Ну да. Так, установить. Сейчас бы пошел бы со старой броней бы. Вот было бы весело. Ладно, 18 комнат пройти. А что там еще надо было? А, нанести крит урон и подожги врагов. С помощью спичек или бензина. Но фигня какая-то. Истеричка, истеричка, блин. Да отвали ты от меня нафиг, а. Чучундра лезет. Отскакивает от врагов. А прикинь, отскакивает от врагов. Плюс бур взять. Есть.
Давай, наверное, динамит возьму. Ой, жаба, блин. Иди отсюда. Спички поджигает. Ну, видишь, тут поджигает врагов вокруг себя. Я хочу, чтобы они горели не только вокруг меня, а вообще горели в аду. Тварь прыгает. Главное, я прыгаю, и она прыгает туда же, а? Кто-то внизу бегает. А, это крыса. Я думал, жабы. Так, прекрасно. Ну, наверное, здесь возьмем еще один отскок. Блин, прибежала, тварь. Еще запрыгивает-то высоко так. Вот и мелкие дроны висявые. Ну ты посмотри, сколько их тут, а? Блин, причем за тобой именно идет, а? Офигеть. Так. Увеличивает скорость во время убийства. Возьмем. Здоровски. Ну, замечательно, ну. А что он там с этой... Что он там в руках держит? Не могу понять, этот ястреб. Какую-то парашу держит непонятную. Так, баксы. Это нам не надо. Ага. Ну, хотя бы так. Давай возьмем реактивный ранец. Увеличивает время полета. Я не знаю, правда, зачем мне. Хотя, почему не знаю? Знаю я, ребят. Время полета — это очень даже хорошо. Особенно, когда... Когда вот такие вот твари лезут на тебя, бегут. И тебе нужно как можно дольше в воздухе продержаться. Все-таки вот эти вот с роликами, по-моему, для меня самый сейчас бесяв. Даже хуже жаб, если честно. Так, увеличу скорость движения. Давай сейчас стреляет еще одной пулей. Но... Так, минус. Я вот думаю, пройдем ли мы этот уровень? Что-то я немножко, ребят, сомневаюсь. Жабы. Бесявые чертовы жабы, а. Она угомонится сегодня или нет? Есть. В дребезги, блин, надо было что-то с хилкой связанное взять. Давай, 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 бомби их. Ну. А, у нас тайзер. Я думаю, что они там порой приглючивают. Так, возьму-ка я, наверное, кинетическую защиту себе. Ёк-макарёк. Конечно. Есть. Да хочешь увернуться и на тебе, лобешник. О, тут вообще.
Да, иди ты. Блин, я пожалел, что я не взял ничего из хилищего, ребят. Потому что у меня здоровья уже мало. Еще жабы плешивые. Это мини-босс у нас. Да жаба, 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 да, да, жаба, ребята, блин. Ну что, серьезно, что ли, придется отдупляться? Не, я его завалю. Почему тут патроны скакают? Я же не взял же режим этот, блин, как он называется-то? Фью. Так, мы прошли с тобой еще и 18 комнат за один забег. То есть, получается, 3 задания выполнены, абсолютно все. Ботинки. Угу. Ботинки, ботиночки. Так, крысовали нафиг. Ну, готов. Опять. Опять эти ребята истерички вышли. Ну, блин, надо что-то лечь. Что-то, я жду по-моему боссом. Но оно почти так и есть. Так, дроны. Ну, возьмем грибы. На худой, это уж конец. А фиг ли делать. Так, мы с этими разобрались. Так, там еще, да? Ага. 500... Оу, хорошо сбилось. 538 хп. Ну, тут, наверное, придется нам взять все-таки здоровье, ребят. А лазер что, выше не может стрелять, что ли? У него траектория движения, что ли? Ограниченная. Похоже, что да. Он не мог стрелять выше. Подожди, а грибы что, грибов нету? Похоже, что нема. Ой, опять вы. Ну вот как вот ты тут будешь, ну? Эти истерички, блин, бегут. Крысы. Все, кто не лень, ребят, здесь. Зашибись, мне здоровье оставили. 174. Просто отлетел, ну понимаешь, просто отлетел. Мы сейчас как раз. Ну ты будешь вставать-то или нет? Все бы ничего, если бы вот не вот эти вот зомби, которые бегают внизу постоянно. Вымораживает меня просто. Крысы там еще. Ну и что? Ну вот опять у меня 301 единичка ХП. Прыгнул, называется.
Вот это, ребята, горение вот это, что дают, блин. Такая фуфляндия, вот серьезно говорю. Я не смог пройти, представь. Я не смог пройти этот этап. О чем тут можно говорить вообще? Ну, давай свой сундук. Ну давай возьмем еще. Сколько нам, ребят? Нам не хватает буквально 7 звезд. 2 здесь будет, нам бы еще пятерочку. И мы бы получили 16 уровень. Так, ну что, ребята, вот у нас так, 4 и 3, 7. Нам как раз 7 нужно. Так, заморозить 60 врагов жидким азотом. Пройти 8 комнат, не получив урона. Так, ну это придется нам опять, ребят, брать легкую какую-нибудь миссию, иначе никак. Оу. Апгрейд. Так, а больше у нас не хватает голды. Хотя там можно еще было апгрейдить, но денег не было. Значит так, не получив урона, пройти 8 комнат, да? Не получив урона, но я думаю, что это нам под силу. Плюс один. Не, давай воздушный лазер возьмем. Нормально. Давай аккумулятор. Хотя, подожди, аккумулятор. А, нам нужен будет жидкий азот. Если мы видим с тобой жидкий азот, сразу же его хватаем. Но его, как всегда, нам не дадут. Вот, больше чем уверен. Так, нам, не забывай, не надо получать урон. Так, говорят, давай аккумулятор возьмем еще. Скорость атаки. Ну. Есть. Было. Погнали. Так, там турель. Ать. Это считается как за урон? Или нет? Я как бы урон не получил, но у меня сработала кинетическая броня, которая меня как бы должна была защитить, по идее. Ну что ты там свистишь? Так, ребят, ну комнаты прошли. Комнаты мы с вами прошли, я имею в виду без урона. Осталось дело за малым. Нанести кучу критического урона. И что-то еще. Эй, что-то еще, я забыл, что. А, вот, жидкий азот. 60 врагов мне нужно заморозить жидким азотом. Но, по-моему, ребят. Так, а мы их даже не можем заморозить лишь по одной причине, ребята. Они быстрее. Они быстрее сдохнут, чем заморозятся. Вот так вот. То есть просто не получится. По-моему, вообще, ребят, не замораживается никто, да? Нет, есть немножко. Так, круто. 25 к атаке. Да давай, наверное, возьмем с тобой большой кофе. Кто-то там написал, у кого-то эпическое оружие. 1500 атаки, ребят. 1500 и мои 400. Есть разница? 1500 атаки или 400? На штукарь больше.
Там, конечно, можно повеселиться будет. А у меня в данный момент одно расстройство. Я могу веселиться только на вот этих уровнях. На слабеньких. Правильно, я там прыгаю возле этих пушек, как, не знаю, как кузнечик. Ничегошеньки у меня не выходят, а? А тут вот, да, тут бомбишь. Ну, потому что урон, ребят. Давай горячую картошку возьмем. Тут все решает урон. Даже если у тебя защита не особо там мощная, но ты уничтожаешь пушки вот так вот с одного тычка, то понятное дело, что дальше ждет тебя успех. Только лишь. Насколько я могу понимать, молнии и все тому подобное тоже, ребята, наносят урон именно от урона твоего оружия. Отсюда, как говорится, и вывод. Ну, давай еще возьмем ядерные отходы. Блин, у меня не получилось, друзья, выполнить. Во-первых, крит урон я не выполнил. Это раз. И второе, это мы не заморозили 60 врагов. И долларов не накопили, сколько нам надо. Такс. Ну вот, это два последних задания у нас получается, да? Значит, азотом нужно. А, еще и видишь, за один забег. Это нужно еще и за один забег сделать. Так, что у нас тут? Я хотел вроде колеса тогда прокачать. И нам еще хватает на дробаш. Так, ну это я потом пойду. Сейчас вначале ежедневки выполню все. Значит, давай возьмем не такой легкий прям уровень, а... Ну вот с бабкой, например. Нужен азот. Блин. Видишь, там за один забег. Это, то есть, оно не переходится, оно не накапливается. Оу-е, вот это да, ребят. Ну смотри, 423 к атаке. И пишут мне, у кого-то там 1500 урона. 1500 урона. Ну это прям, я не знаю, ребят, прям бальзам на уши. Если бы у меня было бы 1500 урона, я бы эти уровни, вот эти вот, вообще одну пулю выпустил бы с рикошетом бы. И все. Ну давай возьмем кинетический мусор. Ты посмотри, срань, а. Еще задел меня. Зомбарик-то этот. Ну, по крайней мере, здесь враги не такие... О! Здесь враги не такие, как сказать, слабые, поэтому есть возможность, ребята, их позамораживать. Успевать, по крайней мере. О, нормально. Ну и хпшек, конечно, бы хотелось бы под 2000 где-то. То, что мы с тобой уровень получим, ребят, у нас не получится прокачки, мы просто левел. У нас следующий уровень прокачки идет на 18-м. Ой, чихнуть хочу. Ой, хе-хе-хе-хе, знаешь, такое состояние, когда ты хочешь чихнуть, но не можешь. Блин, нос чешется. Так, тихо, ребятуль, ну, успокойтесь, ну что же, ну что вы кипишуете, а? Ну, все нормально же, но... Все было так хорошо, нет, вот лезут. Так, я понял, бабка-зомбариха. Плевальщица эта чертова. В минус ее. Отправили к праотцам. Так, баксы. А сколько там дают? 100 баксов нам, да? Ой.
Ну, давай возьмем бур, наверное. Вот тут, кстати, хорошо сейчас дали плюшек нам. Есть. Друзья, крит урон нанесли. А что нам получается? Только заморозка нужна, да? Да, друзья, только лишь заморозка осталась. 60 врагов еще нужно заморозить. Паршивая жаба, как ты меня вот вымораживаешь, а? Всегда бесило. Вот что жаба, что эти бабы на роликах. Не могу, блин, вспомнить. Вот и оно, как говорится. Ты зараза. И ведь попал, дотянулся же, гад, а? Давай еще один патрон рядом. А вот это вообще ядреная смесь. Жабы плюс с этими, с телками на роликах. Всю жизнь мечтал. Особенно, представляешь, на хардовых уровнях. А я, ребята, выполнил заморозку. То есть левел-ап нам обеспечен. Надо только пройти еще 10 комнат и будет нам счастье. И, кстати, как ни странно, на этом уровне нам надавали очень много плюшек. Вот что я заметил. Ну, зачем? Зачем мне дали сердце? Да, атака будет мощная, но, ребят, здоровье. Они урезают нам здоровье. Так, жаба, оп. Ни с одного удара мы ее сносим. Давай эхо-магазин возьмем. Есть такое дело. Так, ну тут у нас что? Ну, скорость атаки возьмем. Но здесь мы с тобой залутались прям. Прям тебе скажу, шикарно. Тут что, не комната, то нам какие-то детали дают. Так, там что у нас? Турель, правильно, турель. Куда я сунулся, блин, нафиг надо было туда-то идти. Ну давай, давай, давай возьмем, наверное, увеличить порог казни. Нафиг мне этот порог казни, когда у нас тут уже босс. Да, серьезно? Он ничего не успел сделать. Практически. Ну, смотри. 4, 4, 9, 9, 3, 3. Я считаю, что это, наверное, лучший лут за сегодняшнюю игру. Плюс выполнили с тобой все задания. Еще и левел ап. Опа, еще и ключик. На сегодня, да. Через 11 часов, но это мы в курсе. Вот так потихонечку мы с тобой голду и накопим. Так, у нас тут, ага. Воу. Слушай, а подожди, а тут что, максимальный уровень будет 21? Ты посмотри. Серьезно? 21 уровень всего лишь. Опа, лазерный пуш. Подожди, а мы, по-моему, можем объединить, нет?
У меня же вроде как... Раз, два... Блин. Третий не хватает. Да ну, как всегда, а. Оно как всегда, ребят. Так, что у нас тут на прокачку идет? О. Так, здесь. Дальше у нас. Нифига у нас тут. Друзья, туфли ограниченной серии прокачаны по фулке. Но, как ты видишь, это у нас сбор поварапов увеличивает скорость бега. То есть необычные плюс 10 хп, а у нас вот редкие, редкие бутики. А тут сопротивление 10% сопротивления машинам. Это как понимать? Сопротивление машинам. Непонятно. Так-с. Ну что, пойдем прокатимся, что ли, я не знаю. Посмотрим. Хватит нам. Начинается вот это вот недолеты. Ну что это за езда таракана? Ну давай, там чуть-чуть-то осталось-то, но... Поди ты. Я доехал, друзья мои. Фу. Прекрасно. Но теперь нам нужна новая тачка, друзья мои. А она, как ты видишь, не собратая. Вау. Нормально. Нормалек, я тебе скажу. Так, сундук, да? О, у нас даже вон где ключик. Золотая броня. Блин, 2700. Содержит 10 необычных, редких или эпическое оборудование. Гарантировано как минимум одно эпическое оборудование. То есть эпическое — это самое лучшее, насколько я понимаю, в этой игре. И прокачка-то, наверное, будет до уровня 60-го. Не меньше. 17 уровень, 26 звезд, ребят, нам понадобится. Собери все 373 элемента. Вопрос в том, что знать бы, где эти элементы. Где эти все 373 элемента, которые просят меня найти? Я вот, например, черт узнает, где они. Вот, вижу. Все, посмотрим, внизу есть там что-нибудь. Нет, то, что все, что внизу, ребят, тут собрано уже, да, получается.
Специально еду медленно. Так, здесь я был. Ауч! Я понял. Я понял, друзья мои. Наверху. Наверху еще были элементы. Блин. Там наверху были еще элементы. Именно камни или что-то такое. А есть ли смысл тратиться? Вот так вот, по большому счету. Мне кажется, там... Сколько осталось? Слушай, 338, 373. Элементы, это... Это... Как это объяснить-то? Это железоэлементы. Или элементы, это вообще все. То есть и золото, и... Или это вот эти вот, металл. Как бы такое, да? Но я понял, что мне нужно будет по верху ехать. Это я вот понял уже. Только вспомнить бы, где именно, от какого момента. Где-то, по-моему, здесь, да, да, надо будет прыгать. Ауч! Ауч! Там было два золотых слитка, ребята. Там было два золотых слитка. Мне что-то подсказывает, что вот там наверх надо было запрыгивать. Вот где я сейчас ехал, только еще выше. Ну вот смотри. Четыре. То есть, как получается, три элемента? Или как? Да фиг ты соберешь эти элементы, блин. Нифига не соберешь. Ты запаришься их собирать. Тут он тоже. Ну тут смотри, 366. То есть здесь намного меньше осталось элементов найти, чем там. Но... О, а что это такое? Вот это вот, что за точки? Может, это обозначает, где элементы? А что за точки-то вот это вот? Да перевернись ты, господи. Что вот это за зеленые точки, а? Кто мне объяснит? Я не понимаю, что это за точки. Ну? Да ты серьезно? Обалденно просто. Да все, горючее кончилось. Ага. Или что, ага. Подожди, по-моему, это показывается, где элементы. А почему здесь они показываются, а вот на этой машине их нету?
Ну, подожди, давай проверим еще раз. Здесь-то не показывается почему-то. Странно как-то. Вон там были доллары, ребят. Там лежало 2 бакса. Я их пропустил. Вот я схватил там золото, которое лежало, нет? По-моему, нифига не схватил. Вообще ничего не получил. А нет, получил 4 голды. Да ну, припаришься. Просто припаришься. 3 ключа. Ну что, друзья мои, давайте тогда на сегодня я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.